Приветствую вас. Хотелось бы, чтобы вы немножечко подумали о том, что означают мысли, что означают ваши мысли о том или ином. То есть, вот что, например, означает тот факт, что вы думаете о девочке. Но вы же не просто так о ней думаете, правильно? Это же не какие-то такие расслабленные мысли по типу, как она сейчас, где она сейчас, или там, что она делает, например, и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому эти мысли, они имеют свою причину. И причина, одна из основных причин заключается в том, что вы чего-то хотите. Вы чего-то хотите, вам, соответственно, что-то нужно. Вам что-то нужно от девушки, вам что-то нужно от нее, и что-то нужно не просто так, да? Вот, а вам что-то нужно именно для себя. То есть, условно говоря, вы с уходом девушки, с уходом девушки, вот, для себя что-то потеряли, вот, судя по всему, вот, и, соответственно, нужно понять, что конкретно вы потеряли, да, вот, что конкретно вы потеряли, и, соответственно, тогда уже можно будет вести речь о том, как вам можно будет это получить, реализовать и восполнить. Может быть, вы восприняли расставание с девушкой на свой счет. То есть, вы расстались, но вас это, к примеру, задело. Вот. И теперь вы пытаетесь всеми силами, а именно мыслями, компенсировать то, что вас задело. Может быть, такая история? Вполне. Может быть, что вы привыкли, например, к девушке, и теперь, когда вы с ней расстались, у вас остается желание, потребность, допустим, с ней быть, просто потому, что вы нуждаетесь в ней, допустим. Точнее, даже не в ней, а в том, что она вам, к примеру, давала, допустим. Да. То есть, здесь вот такой момент может быть. То есть вот это все можно и нужно исследовать. И, соответственно, когда это будет, значит, вам понятно, когда и если
вам будет это понятно. Вот. Тогда, соответственно, я полагаю, что будет легче. Ну, то есть, вам будет гораздо легче. Вот. С этой ситуацией разобраться. Вот. И, соответственно, уже после этого вы сможете значит, понимать, что вам необходимо изменить для того, чтобы вы перестали о ней думать и отпустили ее. Иногда бывает такая история, что отношения просто не завершены. Вот. Ну, то есть, вот просто не завершены отношения. Такое тоже случается. И тогда нужно, опять же, отношения завершить. Для чего вам может понадобиться психолог, потому что сами вы, скорее всего, не справитесь. Тем более, что прошло 7 месяцев. Очень важно, что вы делаете. Ну, то есть, какой образ жизни вы ведете? Если вы ведете образ жизни, к примеру, такой, что, там, допустим, у вас много свободного времени, например, если у вас много свободного времени, то да, забыть, конечно, будет очень тяжело, потому что много времени свободного. Вот. Если вы сделаете, ну, если вы постараетесь сделать так, чтобы времени свободного у вас было меньше, вот, если вы будете, например, больше уставать, если вы будете больше там, заниматься делами, если вы обратите внимание на, допустим, ну, к примеру, да, если вы обратите внимание на свои, допустим, цели, на свои задачи, на свою жизненную позицию, ну, вот. То в таком случае, я думаю, что процесс забывания, да, он ну, произойдет быстрее. Я думаю, вот так, примерно, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. То есть, как видите, здесь нет каких-то вот таких единых норм, да, единого средства, единого способа. Нет, и, в общем, быть не может. То есть, все это очень индивидуально и напрямую зависит от того, какой случай непосредственно у вас. Вот. То есть, это вот то, что необходимо исследовать вам.
возможно, вместе с психологом, опять же. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что он дал вам некие новые представления, новое направление, куда вы будете двигаться. Вот, я правда очень на это надеюсь. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.